Хочется песен попроще, хочется жизни полегче, музыки бодрой и светлой, грубых аккордов поменьше, стать для врагов незаметным, а для невзгод неранимым, и что при этом остаться истинным христианином. Мы хотим в рай, но не хотим умирать. Хочется ценных венцов, но не скорбеть, не страдать. Мы хотим в рай, дверью широкой пройти, вечное счастье найти, но не на узком пути. Мы о любви рассуждаем, часто в понятии ложном, даже грехи оправдаем, и если быть праведным сложно, Бога уже не боимся и не прощаем обиды, и благочестие наше больше для внешнего вида. Мы хотим в рай, но не хотим умирать. Хочется ценных венцов, но не скорбеть, не страдать. Мы хотим в рай, дверью широкой пройти, вечное счастье найти, но не на узком пути. Честно, мы слабые люди, и изучая Писание, видим, что требует жертвы истинное раскаяние. Нужно себя отвергаться, быть равнодушным к земному, но богословие наше все объяснит по-другому. Разнообразны течения, ныне доступных учений, красноречивые люди, разных полны откровений. Слушать все это приятно, но есть вопрос, если честно, что там Христос всем нам скажет, жаль, до конца неизвестно. Мы хотим в рай, но не хотим умирать. Хочется ценных венцов, но не скорбеть, не страдать. Мы хотим в рай, дверью широкой пройти, вечное счастье найти, но не на узком пути. Что там Христос всем нам скажет, жаль, до конца неизвестно.